Заминировали дом. Сегодня за заведомо ложное сообщение о готовившемся акте терроризма был признан виновным гражданин Володин. Ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Напомним, что 26 июня около 18:00 подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома по улице Чигана, набережная 21, позвонил с домашнего телефона по номеру 112 и сообщил помощнику оперативного дежурного о том, что 3 неизвестных мужчин снимают электросчетчики и минируют его дом. После получения данного сообщения дежурный оповестил соответствующие уполномоченные органы. Прибывшие спецслужбы приняли меры по устранению предполагаемых последствий. Был оцеплен район, выставлены дополнительные силы и посты. В результате преступных действий Володина был причинен ущерб на сумму 17 664 тенге. Суд приговорил Володина Владимира Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 242 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Контроль за поведением осужденного Володина возложить на государственный специализированный орган. Обязать Володина не менять место жительства без уведомления специализированного органа, не посещать развлекательные, увеселительные места с 22 часов до 6 утра, не выезжать в другие местности без уведомления специализированного органа, не покидать место своего жительства с 22 до 6 часов утра и пройти курс лечения от хронического алкоголизма.